Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки в отношении директора коммерческого предприятия. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия было установлено, что с марта по май 2018 года возглавляемое им общество с ограниченной ответственностью выполняло работы в рамках муниципального контракта по реконструкции и модернизации высоковольтной линии санаторий Талая. В акты выполненных работ, которые служили основанием для выплаты денежных средств, предусмотренных муниципальным контрактом, осужденный необоснованно и умышленно включил виды работ, которые фактически не производились, что было установлено в ходе предварительного следствия путем допросов, а также проведения технической строительной экспертизы. В ходе следствия мужчина не признавал свою вину и отказался от дачи показаний, однако уже в ходе судебного заседания по тяжести собранных доказательств он принял решение о добровольном возмещении причиненного ущерба. Приговор суда вступил в законную силу. А в результате указанных преступных действий бюджету Хасынского городского округа причинен ущерб на сумму более 1 200 000 рублей. Приговором Хасынского районного суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и штрафом 500 000 рублей.